Всем доброго времени суток, дорогие друзья. 7 число. Что мы делаем? Кстати, хочу вас всех, дорогие мои, поздравить с праздником, с Благовещением Пресвятой Богородицы. Пожелать вам удачи, успехов. А самое главное в наше время – это мирное небо над головой. У всех. Так, пацанов оставляю. Босс, ты за старшего. Лордик на поводке. Сейчас узнаете, почему. Оставляю их во дворе. И потихонечку с лордом выходим. По дороге объясню, куда выходим, почему выходим и для чего выходим. А также, этот выйдет ролик позже у нас. Я хотел сказать, что у нас суббота на телеграм-канале, в воскресенье сегодня на телеграм-канале стрим 17:00. Семейный стрим у нас на телеграм-канале. Всем спасибо, мы выходим. Их спокойно могу оставить одних, самурая, босса и хана, спокойненько. И пойти прогуляться. Следите, спасибо. Мы вышли за территорию. Дорогие друзья, собак надо социализировать. Неважно, сколько ей, сколько ему. Вон еще там напротив собачка идет. Надо социализировать, чтобы выходило в свет, как говорится. Граф там занимается, куда-то ездит. Вика приезжает. На выставке они ездят. Лордик не ездит. На выставке, вы знаете, по какой причине. Специально взял вот этот длинный поводок, чтобы удобно было и фиксировать на видеокамеру, и вам рассказывать, объяснять. Мы сейчас выйдем с ним вон в те дома напротив, которые... Там и стройка, и люди, и социализация, и магазины. Пройдемся, а также хочу посмотреть тот новый мост, который у нас строится, что с ним, как его построили, что построили. И также потихонечку поговорим с вами. Выходной день с большим удовольствием провожу с собачками, с питомцами. В субботу у нас были гости, но вы уже видели наши подписчицы. Спасибо им за приезд, очень приятно провели время, с толками полезно. А с ним мы пошли, лорда. Так, собачка там, собачка. Ну, пойдем, сейчас там много собак будет. Так, аккуратно, не запутайся. Ой, с таким красавцем. Пойду повыпендрюсь. Пойду я, дорогие друзья. Пойдем посмотрим реакция людей, какая будет на него. Пусть понюхает, почитает, социализируется. Он себя адекватно ведет, он любит людей. Вот нам приезжали наши подписчики с детьми. Он хорошо себя ввел, не ругался. Сейчас он, наверное, хочет дела сделать. Ну, дело делать. А 101 не огорчится. Делай. Так, только провода не... Давай, гуляй, мой хороший. Им же тоже любопытно. Все, следите, будут интересные моменты, где, как, чего, будем подключаться, фиксировать, вам все показывать. Ну, давайте пройдем возле офиса А101, да? Ай, красавец какой. Ай, как он детишек увидел. Че, пойдем что-нибудь купим, лорд? Когда жениться будешь, тебе что-нибудь тоже купим. Социализация у нас займет, у нас 17:00 стрим, социализация у нас займет 2 часа, прогулка вернее. Так, там все закрыто, но пойдем через это пройдем. Хочу посмотреть, как они мост строят. Ни разу не был, дорогие друзья. Вижу там фотографии, показывают мне, но сам ни разу не был. Так, мы на стройплощадке, заодно хочу посмотреть, как он себя ведет. Нет, адекватно, нормально, молодец, сейчас посмотрим, мой дом. Вот машины, стройка. Сейчас посмотрим, сейчас глянем. Дорогие друзья, вот наша выгулочная зона, она полностью готова, убрана. Вон собачка уже гуляет на территории у нас. Мы, естественно, всем решаем, вот где идет стройка. Первый раз вместе с вами я пройдусь и лордиком по этому мосту. Здесь все аккуратно, рабочие подошли люди, вот они работают, все видите. Вон они все, строечка идет. Подошли, сказали, я говорю, да, все нормально, не переживайте, пойдем. Пойдем. Гвоздей нету, ничего нету. Все аккуратненько, посмотрел. Обходит, молодец. Пойдем. Пойдемте вместе с вами, какую красоту здесь строят. Ух ты, молодцы, меньше, чем за год получается. Ну прям. Вот и все, видите, буквально. Ну сколько метров? Ну метров 100, наверное, я на той стороне. А раньше надо было обходить вот по всей этой дороге. А сейчас... Это пешеходный мост, кто не знает. Здесь лодки будут плавать. Ой, как красиво. Лордик. Лордик, ну какая красота, а, лорд? Да? Давайте на этой красоте посмотрим. Пойдем, малыш, пойдем. Выйди, да. Вот видите, здесь не... Вот посмотрите, дорогие друзья, как работают. Щепки справа, слева от деревьев, понятно. А посередине ни гвоздей, ни жезла, ничего нет. Аккуратненько, чистенько. Вот это я понимаю. Я не знаю, какая компания строит. Я не знаю, какая компания стоит, секунду. Работник подошел тоже. Интересовался. Куда я иду? Вот, видите? Говорит, посторонний вход запрещен. Я говорю, вы ошибаетесь, я не посторонний.
Ух, ну какая красота, дорогие друзья, а как ветром обдувает. Представляю, когда вот уже вон детишки, мы сейчас пойдем вон туда. Лордик, иди сюда, лордик, нет, иди сюда, малыш, иди вот сюда, да. Уверенно идет. Прохода, по-моему, нет, если я не ошибаюсь. А вон как, не, прохода нет туда. Ну пойдем посмотрим, дорогие друзья, заодно и прогуляем, прогуляя его, пусть походит. И заодно сам-то тоже посмотрю. Какая красота, а. Вот здесь прогуляться. Ох, как тут графчик будет бегать. А что тут миледи будет? Ой, что мои собачки на этом мосту будут творить? И граф, кстати, граф, опа, я понял, где граф будет прыгать в воду. Вот мы представление будем, дорогие мои, устраивать. Вот здесь будет прыгать в воду. Нам выделили сюда большие деньги. Государство выделило огромную сумму на очистку вот этого, вот этой речки. Прям со дна, все будет очищаться со дна. Тендер уже проходит. Так, вот здесь надо посмотреть аккуратно. Трактор стоит. О, там лестница. Пройду, а как не пройду? Чего у меня там мозги пудрил? Не пройду. Пройду еще как пройдем. Приплывем, да, лорд? Тем более ты эту речку знаешь хорошо. Ну все, дорогие друзья, вот посмотрите, сколько мы прошли. Вот давайте я вам так покажу. Смотрите. Он не ровный мост такой, а закругленный, можно сказать. Пойдем, лордик, пойдем. Сейчас я отключу, дорогие друзья, пройду вот эти все места с ним спокойно и подключусь. Мы прошли мост, дорогие друзья. Так интересно, классно. Это ладно, это все начало. Посмотрите сюда, куда мы с лордом вышли. Посмотрите на эту грязь. Здесь строящие вот эти дома и грязь. Как бы здесь нам не утонуть. Ну ладно, мы сюда пойдем. Пойдем, лорд, пойдем наверх. Молодец, нашел, лордик. Молодец, лордик. Молодец, нашел путь, да? Пошли. Будем искать выход. Мы как на квесте. В лабиринт зашли, сейчас выходим. Так, главное, не с падочкой. Молодец, вот такая у нас стилизация. Пойдем. Ай, молодец. Ай, хорошо. Вот, посмотрите на этот мост. Чуть-чуть испачкались, но ничего странного. Так, а как отсюда выйти-то? Выбрались, дорогие друзья. А ребята вот как узнали, что сосед с того дома, сразу открыли, а то здесь все закрыто, меры безопасности. Да, но здесь, видите, я просто прошелся по мосту, который стоит вот в ту сторону, где идет такая высокая стройка, туда мы не ходим. Камень башка попадет, больно будет. О, площадка, давайте зайдем. Так, это детская площадка, да? А что, я не с ребенком? С ребенком, давайте. О, все строится и строится. Пакетики, я только взял с собой пакетики. Сходит, уберем аккуратно. Не люблю людей, знаете, вот кто, собака ходит, они... Раз так разворачиваются, типа это не они, и хата с краю. Не люблю таких людей. Если каждый будет так отворачиваться, представлять, мы же этим дышим. Наши детишки же играются. Ваш же ребенок может в это попасть еще, ладно, фиг с ним. А вот этим все дышать, все тухнет. О, посмотрите, какая красивая площадка. Давайте пойдемте посмотрим. Экскурсия такая, дорогие мои. Компания вообще классная, вообще строит на совесть они. Это не реклама, они в моей рекламе, поверьте, не нуждаются ни хрена. Пойдем, лордик, пойдем. Ай, молодец, лордик. Ай, молодец, мальчик. Уверенно идет, бодро. Молодец, лорд. Обратно пойдем по дороге. Хочется посмотреть, как на шумы действует это. Как он действует, реагирует, прошу прощения. Ай, молодец, мальчик, давай. Давай погуляем хорошо с тобой. Интересно все. Люблю с ним ходить, уверенный. Чумазенький, правда, чуть-чуть. Ну, ладно, будем купать на следующей неделе. Потеплеет. Купаем. Да? Пойдем рядом. Давай на короткий поводок, чтобы более уверенно ты был. Пойдем погуляем. Ой, посмотрите, какая детская площадка красивая. Вообще классная дома. Мне нравится. Я просто привык в доме жить. А так квартиру бы с удовольствием взял бы здесь. Прямо на берегу речки. Представляете, мост красивый. Когда-то лет 10 назад, 12 назад здесь был кругом лес и речка. Вот так вот времена меняются, Москва расширяется, это нормальное явление. Что я говорил, дорогие друзья, подошел на площадке, сходил в туалет, аккуратненько. Вот. Сейчас буквально убираю пакетик, выкидываю и со спокойной душой иду дальше. А не так, знаете, оглянуться направо, налево, направо, никого нету и прошел. Нет, так нельзя. Вот смотрите, дорогие друзья, вот так в пакетик это все берется, раз, аккуратненько. Все чистенько, аккуратненько и приятно. А самому на душе-то как приятно. Только вот в эту урну не буду кидать. Или нет, можно в урну, почему? Там пакетик есть. Нет, давайте выйду туда, скину, чтобы перед детишками. Дети здесь не хочу. Все отлично. Вот видите, дорогие друзья, хорошо, туда не воду, большая мусорка. Подходишь сюда, здесь стройка, посмотрите, сколько людей. Сейчас посмотрим, здесь есть ветеринарка, говорю. Может, даже ветеринарку, здесь ногти подстрижу.
Пойдем лучше, пойдем. Я запутался. Сейчас мусор выкидываем и дальше. Друзья, все проходят люди, просто мне неудобно телефон доставать, себе фиксировать на камеру. Все подходят, все гладят, смотрят. Вот тут мы проходим такую социализацию. Машины, люди. Адекватно. Психика шикарная. Уверенный. Кто помнит изначально, какой он был, такой дикий, помните? Сейчас вообще все нормально. На ваши звуки машины нормально реагируют, на людей нормально реагируют. Так, а мы пойдем что-то поищем, да? Пойдем с пользой прогуляемся, правильно? Пойдем в магазин. Оставляю его одного. Иду в магазин, с ним в магазине. Он высокий, не заходит. Как вы думаете, останется он один? На самокате уедет или не уедет? А? Ты уедешь на самокате или нет? Дорогие друзья, не переживайте. Вот магазин буквально здесь. Мне надо кое-что купить в магазине для дома и выйти. А вот он здесь. Пусть проходит, смотрит за людьми. Интересно, какая реакция будет, когда я уйду в магазин? Сейчас посмотрим. Я зашел. А окно затененное. Он не видит. Нет, не паникует. Да, чуть-чуть есть паника, но я здесь рядом. Не представляется, как он здесь. Нет. Проходите. Реакция. Наверное, чувствует, что я рядом. Не переживайте, я 2-3 метров от него увидел. Это не я. Так, вошел не я. Ищет меня. Посмотрите, ищет. Куда же я делся? Здрасте, девушка. Я думал, его оставить. Я дергаюсь постоянно, держу, говорю, что случилось? Я говорю, у меня собака. Говорит, так нам можно с собаками заходить. Посмотрите, где здесь внизу. Вот это кафешка, пекарня. Я полюбил уже, видите. Можно с собачками, как приятно. Да? Я думал, нельзя. Не видел. Ну, зрение, возраст, дорогие друзья. Стареем. Пойдем, лордик, заходи. Ай, молодец. Ай, малый, какой мальчик. Так, в этот отдел не будешь идти, тебе нельзя рано. В кафешке посидим, Блор? Давай в кафешке посидим, что-нибудь поедим. А сейчас, кстати, я ему что-нибудь возьму себе. Здравствуйте. Собачку покормите? А? Сейчас. Собака хочет заказик вам сделать. Она у меня шикарная. Он. Это мальчик. Да, он такой мальчик. Так, поздоровайся с тетей, поздоровайся. Посмотрите, какой воспитанный мальчик. Тетя, видно, собак любит сразу. Вот такая. А, поэтому вы так отнеслись, видите? А некоторые люди понимают, боятся. Вы смотрите, вот такой длинный. Ой, зевает, хорошо. Ну что, присядем вон там. Вы нам кофе нальете? Да, кофе вам попью. А что собачки у вас есть? Чем побаловать я могу собачку? Скажите, пожалуйста. Что у нас есть, собачку нельзя. Ну что-нибудь такой кексик дайте, пожалуйста. Пусть побалуем один раз его. Вы мне сделайте, пожалуйста, латте 300 и карамельный сироп. Нет, обычный. А кекс нельзя дать ему там? Вот там кекс у вас есть. Да. Не даю. Нет, давайте вот это, что вы сказали. Не, хорошо, дайте тогда, что вы сказали. Что вы сказали? Слушайте, а штруделя нет у вас яблочного? Ой, ребенок там. Заходите, девушка. Извините, ребенок. У нас не кусается собачка. Сидели. Подойди. Ой, тебе все, бочки. Мы любим животных, просто. По вам заметно, что вы животных любите, детишек. Мы тоже любим. Ой, сколько. Ой, ты мальчик какой. Молодец ты какой смелый. Поцелуй. Вы не переживайте, у нас все прививки, она домашняя собака, да, чтобы вы это не переживали ни в коем случае. У нас тоже бриллианты, я уже хочу. Да, по ошейнику поняли, бриллианты? Эх, девушки, на что вы сразу смотрите, а? Сосед мой. Молодец. А мы решили с собачкой в кафе зайти, да? Ух, какой красавец какой. Понравились собачки, детишки? Да, ай, молодцы какие. Ну, погладьте. Дети смотрят, лордик будет штрудить. Ну чуть-чуть, не ругать. Нет. Давай. Нам сказали, можно так покормить, уберутся. Не надо таск. Давай так ешь. Давай, чтобы дети видели. Чтоб вас так баловали. Можем вас побаловать. Давай, не сорёшь. Чуть-чуть штруделя. Вот мы с собачками в кафе ходим. С удовольствием сел.
Лордик, а спасибо, кто... Нет, кофе не будешь пить, кофе мне. Кофе мне. Девочки никак от него отстать не могут. Лорд, видишь, как нас с тобой везет, а? Ей погода. Лордик, да. Я попадался? Да. Я попадался или канал? Канал. А, то я думал, я вам попаду. Хоть как детишки не нравятся. Ай ты. Лорд, мы можем возле моста сидеть, но... Да. Посмотрите, как дети наблюдают. Тебе понравилось? Понравилась тебя, батька? Ой, да. Да, я светится видела. Вот этот шорт я видела. Мне в рекомендациях попалось. Слушай, вполне возможно. Друзья, я не забыл про ролики с Миледи. Сегодня он будет в конце ролика. Я вам выставляю, как она у себя дома была. И следующее видео, дай бог, все нормально будет. Вы увидите, как она оказалась уже у нас дома. Так что покажу. Ой, ой, дерево, жалко, дайте обойду маленькое дерево. Так что в конце этого ролика у нас будет Миледи у себя пока дома, в родительском доме. А в следующем ролике уже приезд Миледи. Куда хочет. Все? Нагулялись, наигрались с детишками, да? А сейчас вдоль дороги пойдем домой. Это как подходит, спрашивают, а какая у вас порода? Я говорю, у меня человечная, я говорю, а если вы про собаку, то я говорю, метис. Какая у вас порода? Но это нормальное явление для собачников, кто понимает, тот понимает. Это такой юмор небольшой вам. Дорогие друзья, теперь он просится в каждый ресторан, теперь все, понравилось ему в кафешке. Аристократ ты мой, ходящий. Красавчик. Дорогие друзья, как я забылся. Заказал себе латте. А латте же на молоке. Все, слава богу, не выпил. Сейчас его ликвидируем. И пойдем. Да, нельзя мне такой кофе с молоком. Я же кофе пью на кокосовом молоке. Совсем забыл, с головы вылетело. Слава богу, вспомнил. Слава богу, лорд не давал мне выпить. Ай, какой красавец пацан, а? Во все магазины заглядывают, в кафешки заглядывают теперь. Хочу пойти вдоль дороги с ним. По мосту прошлись. Шумын, хотя он все это слышит, но все равно. Стоп, стоп, молодец, дорога, дорога. Пошли, можно, можно. Ай, молодец, лордик, ай, какой умный мальчик у меня. Сейчас должен, по идее, грязь перепрыгнуть, смотрите. А, нет, давай, 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 можно. Он, когда шли сюда, он перепрыгнул. Я хотел вам продемонстрировать, но увы. Ой, как хорошо. Дела сделал, штруделя поел. Ой, как сейчас меня подписчики ругать будут, а? Что я тебя так балую? Ну ничего, один раз можно. Пацан в кафе зашел, а что ему в кафешке еще делать? Для собак кафе нету здесь рядом с нами. А так, в принципе, есть кафешки вместе с собаками, где еду готовят для собак тоже. Ай, хорошо, пошли вдоль дороги. Иди, 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 иди вдоль дороги, иди. Да. Молодец, лорди, какой у меня. Молодец, как ты себя достойно вел. Ой, увидел девушку. Можно, можно, можно. Не кусает, не переживает. Спасибо. Пойдем, 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 пойдем. Пойдем вдоль дороги, пойдем. Самое главное, лорд, глупости не натвори. Да, шум, поэтому мы сюда и пришли. А как ты хотел? Давай, 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 пойдем пешочком, пойдем. Давай, правильно, иди, правильно, вот тут здесь. Зачем тебе ходить по плитке? Давай, я тоже специально сапоги надел, дорогие друзья. Они, наверное, а, нет, травку еще не посеяли, по-моему. Ну, ничего страшного, потрамбуем. Потрамбуем, да?
Пойдем, пойдем, пойдем. Молодец, лордик. Молодец. Мне очень нравится, как он. Мне очень нравится. Не знаю, может, мои собаки у вас тоже так же, дай бог, чтобы было. Психика своих собак мне очень нравится. Вон твоя стихия. Бегать на поле. Но здесь не отпускать не буду я. Ну, конечно, взглядов он набирает не меньше, чем граф. Даже где-то больше. Чуть-чуть стрессует, но ничего страшного. Дорогие друзья, я отключу камеру, чтобы более удобнее было с ним погулять. Мы спокойно дошли, с молодыми людьми пообщались. Они говорят, мы вас видели, вы по мосту идете. Мост закрыт же. Мы думали, вы застройщик. Обещают в сентябре, я сказал. Посмотрим, как видно будет. Да молодец ты мой, самый умный мальчик. Я каждому из них на выгуле говорю, что они у меня самые умные. Слава богу, тебя не слышат. Ай ты какой у меня мальчик. Воспитанный. Обожаю вот психику собак. Вот когда собака уравновешенная, вот для меня это просто, как вам передать словами, даже не могу понять. Не кидается, ласково. И люди сразу другого мнения о тех или иных породах, понимаете? А это все от нас зависит, дорогие мои, от нас. Пойдем, 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 пойдем. Ай, молодец. Переходим дорогу быстро. Направо, налево. Смотри, когда переходишь дорогу. Молодец. Давай бегом, 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 бегом. Ай, молодец. Ай, молодец. Мы с пользой потратили 2 полезных часа на такую социализацию, которую вы увидели. Еще раз говорю, дорогие друзья, если вы заботите собаку, то имейте в виду, что за ними уход не меньше, чем за детишками. Если вы так закупили собаку, поставили, говорю, я вниз головы, лорд, иди сюда, шлагбаум. Просто оставили дома на диване гладить, то любая собака начинает, как и человек, деградировать. Все, прогулялся, дела сделал, штрудель поел. Молодец, сейчас будет отдыхать. Да, конечно, небольшой стресс есть у любой собаки, когда выходит. Но поэтому она сейчас будет спать. Боська, посмотрим, как его встретят. Хотя я его выпущу, пусть побегает. Погода шикарная, хорошая, витамин D после зимы. Ну, пойдем, пойдем. Ну, разреши тебя во всей красе заснять, чтобы люди видели, какой ты прям на солнышке. Кадры должны красивые. Ай, какой красивый. Попозируй, попозируй, ну, хороший мальчик. Да попозируй. Ой. Тюдя, какой красивый мальчик. Кто такой красивый мальчик, а? Высокий-то какой! А? Лордик, пойдем домой? Заходи. Не, Боська, только... Нет, не, только не ты, Боська, отойди отсюда. Отойди, отойди. Ну все, вот они погуляли. Сейчас я их закрываю. Боська, Валер, Валер, хам Валер, быстро, Валер. Давай, Валер, ой, давай, красавчик мой. Давай, Валер. Босс Валер. Девочек выпущу. А потом уже с графуни. Дорогие друзья, собачки на месте. Все, слава богу, хорошо. Я поехал в церковь. Еще раз поздравляю всех с праздником, всех верующих. Молодец, Ханчик. Ты что? Босс, пожалуйста, Валер. Пожалуйста, Валер. Благодарю вас. Дорогие мои, еще раз повторюсь, с праздником мирного неба, счастья, благополучия и крепкого здоровья вам всем. До встречи. До свидания. Ко мне, Сумурай. Давай, 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 быстрее. Сумурай. Место. 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 Молодец. Давай, давай. Не-не-не. Давай, давай. Давай, место. Ай, молодец. Сейчас я бабулю выпущу, а то она расслабилась там. Оп. Бабуль, выбегай. Хома гулять. Хома гулять. Молодцы. Пойдемте за графчиком. Пойдем, пойдем, пойдем за графчиком, девочки. Все выгрены, я спокойно могу ехать в церковь и обратно. И к стриму успеваю. Все распланировано, все четко. Так, о великий. Да. Сидеть, сидеть. Сидеть, ждать. Ждем. Завтра тетя Вика придет заниматься. Можно? Так, просто надо мне проследить, чтобы они с Хомой с ума не сходили. С Хомочки можно, дорогие друзья, все можно, попрыгать, поиграться. Я знаю, что вам в кадры нравится, когда они играют. Подконтрольно выгулю их.
Не, он сейчас запаха нет, он не будет приставать. Она наоборот, дорогие мои, чтобы вы понимали, она наоборот начала ко всем приставать. Тише, 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 с ума не сходи. С ума не сходи. Не, не, Хома. Молодец, молодец, мальчик, молодец. А вот теперь всех с праздником еще раз. Спасибо, до новых встреч. Не забываем ставить лайки, благодарить нас за нашу работу. А мы будем для вас стараться фиксировать интересные моменты. Удачи, успехов. Это снова я. Самурайка, место. Самурай, место. Давай быстро. Быстро место. Давай, 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 давай место. Самурай, не туда, не туда. Самурай, не туда. Не-не-не. Нет, да Самурайка, не туда место. Здесь дверь не закрывается, а сейчас я графчика с девочками хочу выпустить. Ты мой красавчик. Всем доброго времени суток, дорогие мои. Сегодня такой прекрасный день. Понедельник, родители были, показал на телеграм-канале и маму, и папу. Небольшое интервью про меня, конечно, с улыбкой, а также у нас Виктория. Полностью мы снимать не будем. Я ее попросил, она, конечно, запрещает себя снимать перед выставками, потому что подготавливает собаку к выставке. Но для вас, для моих любимых подписчиков, Вика не отказала. Поэтому я пришел к ней. Площадку мы открыли, все почистили. Видите, как у нас здесь аккуратно. Тоже был субботник, покажу вам. Все здесь чистенько, аккуратненько. Там сеточку закрыли, она была открыта. Я попросил ребят закрыть, чтобы собаки не выбегали. Но все равно опасаюсь, видите, трубы и все. Так, слюнявый. И еще раз повторюсь, каждый человек должен заниматься своим делом. Кинолог-хендлер должен заниматься собакам, вот это мне писать. Вы должны заниматься своей собакой. Дорогие мои, я занимаюсь своим делом, а это мои любимые питомцы, которые живут и наслаждаются жизнью. А для них есть вот такие специалисты в лице Виктории, которые работают, зарабатывают деньги и воспитывают собак. Мне вдвойне приятно. Я не блогер-собачник, который целый день показывает вам собаку и на этом зарабатывает, а любитель, питомец. А если что-то могу поучительное вам показать, ради бога, получайте. Я вам покажу. Вот и как он поворачивается-то, ёпарасоте, посмотрите какой. Ох, как он. Ой, какой молодец, в 2 года научился разворачиваться, сидеть, вставать. Ой, какой послушный мальчик, а, в 2 года научился, пацан. Чего она к тебе пристала, графуня, что она тебя хочет, а? Оставим его пацана, он, ты понимаешь, да, Виктория, уже пацан, уже мужик, пацан развязанный. Тем надо усерднее заниматься. Занимайся, кто тебе мешает? Я тебе мешаю заниматься? Занимать что ты от меня хочешь? Это твоя забота, это твоя работа, а не моя. Моя работа зарабатывать и оплачивать и требовать от вас, Виктория, чтобы моя собака была идеальнейшей. Дорогие друзья, пока есть возможность, на камеру газую. Сейчас положу телефон, другое мнение услышу о себе. Дорогие друзья, Вику обожаю, ее семью. Она уже как член моей семьи. Это один из тех людей, которые, когда нас нет дома, она может прийти ко мне домой. У нее есть свой ключ. Взять собак, зайти в дом. Вот такие у меня доверительные отношения, потому что человек делом доказал. Я потом как-нибудь расскажу, какое она дело для меня сделала в тяжелый момент. Один был нюанс, что она сделала. Вы поймете, о чем речь. Дорогие друзья, отключился телефон, бывает такое. Команду ко мне. Посмотрите, как он нехотя делает команду ко мне. Посмотрите на этого засранца. А ну покажи, Вик, как он команду ко мне делает. Молодец, скорей, скорей, скорей. Ой, какой он противный. Ну, любимый. Балование судьбы. Ну, как это, мордочку не баловать. Ну, как, честно, нервничаю, когда она его так таскает туда-сюда. Понимаю, у меня, знаете, я его так чувствую. Он мне говорит, слушай, что-то она ко мне пристает. Хочешь жить от вольного, да? Да, посмотри, какие глаза. Потому что у него... Викторечка, мой характер. Мы не любим, когда нам указывают, что нам делать. Я тебе по секрету скажу, чтобы подписчики не слышали. Mm-hmm. Понимаешь? Да, мы не любим этого, понимаешь? Мы самостоятельные ребята. Да, чуть балованные, чуть скандальные. Не без этого. Но зато какие? Самые лучшие. Спасибо, Виктория. Прям в ритм сказала. Дорогие друзья,
Виктория, это послушание просто для вас показали. Она его гоняет по рингу, показывает. Готовимся. Мы готовимся усердно к выставкам. Вы знаете, смотрите. Спасибо, что смотрите, комментируете, ставите лайк. Вы благодарите нас за нашу работу. А мы для вас стараемся. Всем спасибо большое.